концепция поменялась, поэтому я могу продать все. Как это? А почему? Прям все-все? Ну, то, что успею за 2 недели, пока ее папаши нет. Поверь мне, это тоже немало. Так, слушай, Даша же не полная дура. Она рано или поздно поймет, что что-то не так. Об этой Горгоне не беспокойся, я уже все придумал. Опять не понимаю. Поймешь. Этот бокал за мою лучшую подругу Ксению. Ксюха, я тебя люблю. Давай танцуй! Пока. Ну что, Ксюх, садись, тебя повезу. Да нет, не нужно, я уже такси вызвала. Ну, как знаешь. Пока. Опять, походу, кто-то с трассы слетел. Пойду посмотрю, может, что-то случилось и помощь нужна? Я с тобой. Выйдешь из дома, нет арбалета. Настоящий вождь, так бы не сказал. А я настоящий вождь, я игрушечный. Так что сиди, не шевелись. Ну, привет, желтый с корицей. А я тебя предупреждал о карме. Здравствуйте. Авария, 42-й километр Одесской трассы. Срочно нужна помощь. А, алло.